Привет, ребята! Привет, наши кошечки! Я знаю, что вы очень любите наших кошечек Анжелочку, Сонечку, Милочку и маленькую Анечку. Очень здорово, ребята! Кажется, мы зашли на день рождения кошечки Сонечки. Она подросла. Ее размер уже студент. Кто ждал, что подрастет наша Сонечка? Обязательно поставьте лайк для нашей красавицы-кошечки. У нее уже 30 уровень. Поздравляем, поздравляем тебя, Сонечка! Не зря у тебя сегодня день рождения. Ребятки, сегодня у наших кошечек классный денечек. Кстати, их сегодня пригласили на зимний бал. Первый зимний бал нынешней зимой. Поэтому нашим кошечкам нужно классное настроение. Особенно Сонечке, да? Ты сегодня выросла, красота. А недавно была маленькая совсем. Помните, ребята, какой маленькая была наша Сонечка? Такой же, как Анечка. Так, Анюточка, что-то у тебя стол совсем пустой, да? Дай-дай, давай печенье, яблочки. Вот так. Сонечка тоже голодна, да? И еще яблочко Анечке, печенье Милочке, бутербродик с авокадо. Так, что тут у тебя есть? Вкусную шоколадку давай скушай, Сонечка. Вот так, сладенькая шоколадка для сладкого настроения. А Анжелочке целую тарелку с лапшой. Так, кто тут у нас еще не наелся? Наелись все, кроме Анечки. Анечка, давай тебе купим какую-то вкусняшку. Что, арбузика? Давай наберем арбузика тебе. Брокколи, яблочек. Вот, целую корзинку тебе еды. И сейчас наешься, почистим зубки и пойдем куда? Наряжаться. На зимний бал, да? А перед тем, как пойдем в гардероб, нам надо будет, ребята, наклеить в альбомчик наклеечки, чтобы было больше нарядов у наших кошечек. Ведь они хотят одеть что-то новенькое на зимний бал. Как вы думаете, какие наряды подойдут нашим кошечкам на зимний бал? Мне кажется, надо какие-нибудь голубые платья или платья там снежной королевы, да, как одевала наша Анечка маленькая. А потом, конечно же, после бала, естественно, танцы в наших нарядах, которые нам очень нравятся. Тем более, что кошечки очень красиво танцуют. Так, дочищаем зубки и пойдем клеить наклеечки. Покажите ребятам, какие наклеечки у вас есть, какие странички мы заполним и какие наряды у нас появятся. А также обязательно передадим приветики. Мы любим передавать приветики, да? Ну а теперь, кошечки, открывайте свои альбомчики. А мы с ребятами посмотрим, что у вас здесь. Вот, есть у нас наклеечки уже открытые, поэтому мы сейчас будем клеить в альбомчик. Давай-ка, первая кошечка Анжела, будем клеить тебе наклеечки. А пока клеим наклейки, обязательно передаем приветики для наших самых обожаемых зрителей. Итак, пушистые зимние приветики сегодня получают Инесса Головенко, Вика Зубарь, Даша Плечева, Анастасия Анохина, Александра Руслановна, Надя Юдченко, Анна Кандил, Ангелина Ковтун, Лера Кононова, Влада Кац, Елизавета Кабанова, Светлана Липская, Катя Закоржевская, Алина Цехместренко, а также Вероника Чедрик. Смотрите, как много девчонок любят наши кошечки. Спасибо вам большое. Итак, вот мы заполнили странички кошечки Анжелы. Теперь давай-ка, Сонечка, наклеим наклеечки в твой альбомчик. Я знаю, как кошечки любят клеить наклейки. Особенно, когда у них открывается что-то новое из одежды или из причесок. Правда, ребятки? Это очень здорово. Тем более, что мы сможем что-то новенькое одеть для сегодняшнего бала. То, что открылось у наших кошечек. Так, Сонечка закончила клеить последнюю наклеечку. А теперь, Милочка, твоя очередь. Посмотрим, что же выпадет тебе. Смотрю, новые причесочки ты получила, точно так же, как кошечка Анжела. Классно. И надеюсь на новые наряды для тебя. Как здорово, ребята, что кошечки могут клеить себе наклеечки в альбомчик, да?
А вы бы хотели иметь себе такой альбомчик у себя? И тоже клеить наклеечки, как наши кошечки. Думаю, что хотелось бы вам тоже. Ну вот, закончились наклеечки у нашей Милочки. А теперь, Анечка, давай-ка ты. Заполняй свои странички. Тебе тоже очень нужны новые наряды. Особенно для наших модниц, да, которые любят наряжаться и делать себе красивые прически. Итак, Анюта доклеивает последние наклеечки. Классно, что у нее тоже появились новые прически. Очень-очень хорошо. Ну что же, кошечки, а теперь можно идти в гардероб наряжаться. Очень здорово. Наклеили наклеечки и теперь вперед в наш гардероб. Будем одеваться, ведь скоро-скоро начнется зимний бал, на котором вы должны быть самыми красивыми. Так, давайте-ка начнем сегодня с нашей Анечки. У нее меньше всего нарядов открыто, наверное. Посмотрим, какой наряд ты хочешь выбрать для сегодняшнего зимнего бала. Она такая прикольная маленькая кошечка, да, ребята? И вы знаете, ребята, наверное, ей все-таки придется одеть вот это платье хрустальной принцессы. Опять она будет в этом платьице. Оно ей очень-очень нравится, да, Анечка? Да. А теперь, Милочка, твоя очередь. Давай-ка мы для тебя сегодня оденем платье в снежинках. Где же оно? Вот в дизайнере платьев сейчас найдем. Вот такое платье в снежинках. Оно хоть и не голубенькое, но зато с такими классными, замечательными снежинками. Давай его покупаем. Ты выглядишь просто супер. Думаю, что ребятам тоже понравится. Так, теперь очередь нашей Сонечки. Есть вечернее платье, а коктейльное платье открыто. Вот, и она будет сегодня в этом коктейльном платье. Очень здорово, что она открыла наклеечки. Так, а наша кошечка Анжела выбрала для сегодняшнего бала просто обалденный наряд. И это будет у нее вот такое звездное платье. Вот такая блестящая наша кошечка Анжела. Мне очень нравятся наряды наших кошечек. Причем они все такие очень-очень разные, да? Так, ну что, теперь давайте-ка выберем прическу для нашей Милочки. Вот у нее такое красное платье в снежинку. И прическа у нее будет сегодня. Давай-ка выберем волосы рыжие на одну сторону. Вот они. Классно. Такая яркая сегодня наша Милочка. А теперь прическа для малышки Анечки. Для нашей крошки. Пусть будут светлые волнистые волосы. Или что-то другое давай выберем. Вот такие длинные светлые волосы у тебя сегодня будут. Классно. Анюта обрадовалась. И теперь осталось сделать прическу для кошечки Анжелы и Сонечки. Анжела, выбирай себе прическу для твоего красивого наряда. И она выбрала прическу с вот такими светлыми волнистыми волосами. И теперь прическа для нашей Сонечки. Хочешь такую? Ну, давай. Или светлые волнистые волосы возьмем. Или же давай прическу с голубеньким цветочком. Вот такую прическу. Очень классно. Так, и теперь я хочу, чтобы шубка у нашей Сонечки была беленькая. У нашей Милочки пусть будет рыжая шубка. И кошечка Анжела будет в серенькой шубке. Так, у всех шубки подобрали, теперь цвет глазок. Анжелочка будет у нас с глазами ангела. А наша Сонечка с голубыми глазками. Так, ну и теперь глазки для Милочки. И тоже красные глазки. Вот такая яркая сегодня Милочка. А также, Анечка, у тебя будут сегодня тоже голубенькие глазки. Или другие у тебя появились? Все остальные закрыты у нас, так что будут у тебя голубые глазки. Вот такая наша Анечка сегодня.
Так, ребятки, по-моему, классно выглядят наши кошечки. Теперь не хватает нам макияжа. Так, попробуем, есть ли у Анечки какой-то красивый. Есть вот такая вот мечта феи. И мы ей наносим такой макияж. Краска для лица такая классная, блестящая у нашей Анечки. А теперь для кошечки Сонечки мы все-таки сделаем макияж тебе такой нежный. Возьмем нежно-розовые румяна. Они даже не розовые, какие-то розово-голубые. Так, также мы используем блестящие тени голубые. Черную тушь. Вот такую. И губную помаду. Нежно-розовую. Итак, макияж готов. Наша Сонечка готова. Непривычно видеть ее такой повзрослевшей, да, ребятки? А теперь давай-ка, кошечка Анжела, мы тебе используем краску для лица. И это будет вот такая сияющая снежинка у нашей кошечки Анжелы. Ребятки, по-моему, очень здорово смотрится. И теперь макияж для нашей Милочки, для нашей яркой Милы. У нее будут сегодня ярко-розовые щечки. И теперь давай-ка используем для тебя такую ярко-розовую. Ярко-розовые тени, также коричневая тушь. И губная помада, блестящая, розовая. Ну что, ребята, оцените наших кошечек, которые собрались на зимний бал. По-моему, здорово смотрятся. И что же, можно устроить танцы, да? Ой, как обрадовалась Анечка, да? Тебе необычно видеть себя в таком наряде. Ну что, ребята, идем на танцплощадку. Итак, танцы наших кошечек, наших красавиц, которые очень-очень любят танцевать. Напишите, ребята, чей наряд вам больше всего понравился. Вот такие красавицы наши кошечки, которые очень-очень любят танцевать. И кто вам больше нравится? Малышка Анечка, модница звездная кошечка Анжела или вот такая яркая снежинка кошечка Мила? А может, кому-то нравится повзрослевшая Сонечка? Итак, замечательные танцы показали наши кошечки, правда, ребята? И, по-моему, они заслуживают лайков. Поэтому не забывайте ставить пальчики вверх нашим красавицам-кошечкам. Ну, а сейчас удачного зимнего бала нашим кошечкам. Ну и всем пока-пока!